день благоприятен для людей, родившихся в годы мыши, коровы, дракона, собаки и свиньи. Хорошо в этот день строить дуган, субурган, заниматься практикой средоточения и начитывания мантр, проводить обряды Хулдедудаха, Далгэбаха, Жаптуй, почитать хозяина огня, строить печь, изготовлять лекарственные составы, начинать лечение, приводить невестку, обретать новых друзей, родниться, встретиться с любимым человеком и собирать друзей. Неблагоприятен день для людей, родившихся в годы змеи и лошади. В этот день не стоит начинать путешествие, дальнюю поездку, устраиваться или помогать устроиться на работу, нанимать сиделку, работников и покупать домашнюю живность. Стрижка волос к внезапному заболеванию, отправляться в дорогу к несчастью. Стоматология – это искусство. Так позиционирует себя концептуальная клиника Аюн Спасовы. Как и ОС, это уникальная клиника с целостным подходом к лечению болезней полости рта. Сначала 3D-диагностика. Врач-остеопат правит тело пациенту, а затем приступает к работе с зубами. Ведь даже идеальную коронку нельзя натянуть на неидеальное тело. Это все равно, что строить дом на кривой фундамент. Только при таком подходе можно получить стабильный результат без переделок, рецидива и осложнений. Приходя в КК ОС, вы выбираете профессиональный врачей, лучшее оборудование и уютную атмосферу. Приходите и получите консультацию бесплатно.